В жизни профессионального бойца наступает момент, когда ты осознаешь, сдаться может каждый. Это легче всего на свете. Нет. Из своего опыта знаю, что когда тебя все списали со счетов, поставили на тебе крест, не верят в тебя, вот тогда и наступает момент истины. Начать все сначала, продолжать свою игру. В этом и кроется настоящая сила. Рано или поздно падают все. Только кто-то встает, а кто-то так и остается заложником своих страхов. В плену разочарований. Надо быть дисциплинированным. Дисциплина – это каждое утро помнить то, что ты хочешь. То, ради чего ты все это начал. Всегда, всегда тяжело в начале. Только с возрастом понимаешь, что какой бы талантливый ты ни был, самым главным остается желание. Желание быть лучше и лучше с каждым разом, днем, годом. И каждый раз, когда жизнь или соперник отправляют тебя в нокаут, а ты снова и снова встаешь на ноги, продолжаешь движение вперед, это не физика. Это характер.